В прямом эфире новости. 1 сентября в Казахстане стартует общенациональная перепись населения. Девиз, важный для страны кампании, в Казахстане каждый важен. Перепись пройдет в два этапа. Первый с 1 по 30 июня. На данном этапе составляется список жилых домов, уточняется количество проживающих. Второй этап стартует 1 сентября и продлится до конца октября. На вопросы переписи на данном этапе можно ответить онлайн. Также интервьюеры будут проводить обход неохваченных онлайн-опросом. Узнать интервьюеров можно будет по внешним атрибутам – шарфу и портфелю синего цвета с символикой переписи населения. Каждый сотрудник во время обхода также должен предъявить служебное удостоверение. Заходим в дом, берем список, сколько человек проживает, и вводим данные в планшет. Если в прошлом во время переписи мы собирали информацию в бумажном виде, то сейчас все происходит через планшет. На данном этапе привлечены 42 инструктора, 24 инструктора-наблюдателя, 164 интервьюера. Первый этап подготовительный. Мы в настоящее время работаем над уточнением перечня жилых домов, строений и картографических материалов. С 1 сентября по 15 октября все казахстанцы могут заполнить анкету онлайн через sanaq.gov.kz. Также можно заполнить через мобильное приложение. По возникшим вопросам можно обратиться в колл-центр 1446.